На 20 лет в тюрьму за наркотики. Такое наказание грозит 22-летнему парню, который перевозил в своей машине почти полкилограмма марихуаны. Полицейские установили, что перевозчиком оказался житель Еманжелинского района. В ходе операции «МАК» были задержаны еще двое молодых людей на территории Увельского и Куношахского районов. У них нашли почти 1 килограмм дури. Проведенная экспертиза установила, что в обоих случаях изъято является марихуаной. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 и 20 лет соответственно. Сейчас все парни под подпиской на выезде. Ведется следствие. Кроме того, в Екатеринбурге задержана жительница Миасса. Женщина решила заняться незаконным бизнесом в уральской столице и стала распространять наркотики. В ходе проверки у нее было изъято 6 килограммов синтетики. В отношении криминальной предпринимательницы возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на 20 лет.